Вечером к столу мастер пригласил верного слугу и его спросил: сколько раз встречая моих гостей, никого никогда за дверь не провожал. И не поймешь теперь, что я втайне держал. Тайне, когда я в настроении бываю, сидя у огня, черепа перебираю. Преданный слуга улыбнулся тут. Я любил всегда свой нелегкий труд. По ночам сижу за ножом, сижу здесь.